Всем немогающего мегабола, дорогие друзья, с вами Егор Зыков. И сегодня мы посмотрим матч Dragon Age против Antibus Coalition в рамках мегабольной Лиги Чемпионов. Итак, ну что ж, поехали. Итак, все, ждем начала этого матча. Ну, что сказать о командах. Dragon Age, новичок Лиги Чемпионов, никто не ожидал выхода в Лигу Чемпионов. Все ожидали от Miracle и Skrillex'а, но не получилось. Итак, начинается матч, давайте о составах. В синей форме у нас Dragon Age. Очень опасный сейчас момент был у Сникерса. В опоре на Ибрагимовича и Зикатка. В нападении Сникерс и Буфон. Димочка на Дехее и Буфоне соответственно. У команды Antibus Coalition в опорной зоне Марадонна. Не могу разглядеть карточку, на которой он играет. В нападении новичок Антибаса Лавган. И на Гибашка. На Буфоне и на Дехее, соответственно. Оператор этого матча игрок 7UP Wise. И ну что ж, пока активно начали игру Dragon Age. Здесь вот ошибка Марадонна ошибается. Грубая ошибка от Марадонны. Счет становится 1-0. Сыграли только минуту 15. Хорошо начали эту игру Dragon Age. Лавган пытается продавить изикатку, но не получается. Марадонна. Хорош пас на Гибашку. Нагибашка плохо поднял. Нагибашка не проходит пас на Лавгана, но Лавган поборолся и вырвал мяч из лап Димочки. Перешли в атаку Антибас. Игроки Антибаса. 2 минуты прошло, счет 1-0. Ну, преимущество у Dragon Age. Вот сейчас Антибас начал давить, и здесь опасно. Опасно. Сейчас Лавган Марадонна, молодец. Вот такой быть и должен опорник. Он должен забивать голы, даже если он и опорник. Итак, Нагибашка против Изикатки. Изикатка проигрывает борьбу. Димочка с мячом, нужно отдать пас, но не получается. Димочка, дабл, не получился дабл. И мяч не долетел до ворот, Марадона выбил, но не точно. И теперь снова мяч у Димочки. Зикатка. Зикатка неуверенно себя чувствует. Пока что Лавган. Хороший выход здесь может получиться, но отдай ты пас на Нагибашку. Марадонна. Сникерс против Марадонны. Хотел проверить, но не получилось. Сникерс. Хорошо поднял Изикатка, не прошел пас на Димочку. Ну, красивую игру показывает команда, но с большим количеством ошибок тут. Опасный момент. У Димочки. Димочка продавливает опытного Марадонну, но мяч не залетает в ворота. Здесь опасно. Давит Dragon Age. Давит Dragon Age. И чувствую, Антибасу будет очень тяжело в этом матче. Антибас под руководством Роли выходил два раза в плей-офф. В первом и третьем сезоне Лиги Чемпионов. Во втором сезоне они заняли 10 место и не вышли. Они вообще были в зоне в нескольких пару очков от зоны вылета. Итак, минута до конца первого тайма. Счет 1-1. Да, если кто не знает, Dragon Age занял второе место и
прошел коллекционный раунд, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Нагибашка обыгрывает Сникерса, но Сникерс все-таки блокирует этот финт. Лавган. Лавган пытается продавить Димочку, и тут ошибка Лавгана, и повезло, что сейчас не смог обработать Сникерс мяч. Димочка, 26 секунд есть у команд, чтобы забить в этом тайме. Лавган. Ну, уже сейчас откровенно тянут время команды. Ну что ж, очень хороший тайм в исполнении обеих команд. Но пока преимущество у команды Dragon Age.